Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбабай, мы продолжаем проходить игру Prey. Ну что ж, мы с вами в прошлой серии прибыли в отдел, где у нас стыкуются шаттлы, запустили гравилифты. Мы сюда приперлись, следует только цифра одной. Которую, в принципе-то, я знаю. Кабинет Мии. Но все-таки просто хотелось мне ее найти, эту цифру, где она находится вообще по логике вещей. Тихо. Хорошо. Фух. Что-то вас здесь много. Реально, под конец какой-то пошел экшен сплошной. Контроль подъема. Не вовремя. Так, давай закроем дверь. Пошел вон. Дай мне нормально смотреть. Так, пароля нет, попробуем взломать. А, тут только три письма, да? Окей, ладно. Да ё-моё. Да опять это В. Бесючая В. У нас с вами никак не закончится, блин, прохождение дополнительных миссий. Я все пытаюсь закончить, они все появляются и появляются. Я приперся в отдел шаттлов, блин, ради одной цифры. В итоге получил еще одно задание. Вернее, даже два задания. Но это все находится за обшивкой, вернее, в космосе. Здесь ничего нет. Но цифру так я и не нашел. У меня уже скоро закончатся боеприпасы, блин. А я боюсь, что я здесь просто упаду навсего. Я здесь не перепрыгну, блин. Это однозначно. Ей, там-то вряд ли перепрыгну, блин. Ну попробуем, что была бы не была. Стреляй. А, так ты еще не взорвался, что ли? Я думал, ты уже взорвался. Но для К-лучемета просто прекрасно. Можно набрать будет патронов. Скотт Паркер. Мы, по-моему, с вами уже читали.
Ага. Так, а, медместо? Да ты что, серьезно издеваешься? О, вот тебе и место. Зато, в принципе, у нас появится возможность создать еще патроны. Не знаю, в чем дело, не могу ни с кем связаться. Лежу в дрейфе. Повторяю, двигатели мертвые. Я дрейфую. Сейф, черт тебя побери, ответь! Ой, ладно, черт. Осматриваю каюту. У меня пистолет. Если там все чисто, попробую добраться до шлюза. Ну, походу, не все было чисто, да? Ладно, здесь, получается, мы все осмотрели. Здесь как-то будем запускать, получается, шаттл, да? Наверное, скорее всего, на нем мы и покинем станцию. Там как раз вот выход. Через обшивочку. О, да. Просто дофига мест, куда можно пойти. Идем пока назад. Так я не нашел. Где вход? Так, я еще тут, по-моему, не был, да? Интересно, тут полтергейст-то будет, нет? Чего нет. Пусто. Фух, ладно. Туалеты проверили. В принципе, мне кажется, можно сюда пока выходить. Я не вижу смысла, как пробраться. Где-то потом, наверное, скорее всего, найдем эту цифру 1. Но что-то как-то сейчас абсолютно не до этого. Давайте вернемся с вами в холл. Вроде все пока спокойно. Опять какие-то гнезда появились цистоидов. Вроде же не было ничего. Добрый вечер, Талос. Напоминаем, что все Подожди. Дети Талоса-1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Деврис обещает проводить его быстро и безболезненно. Да. Нормально. Так, мне надо наверх. Надеюсь, за это время там никого не появилось. То еще там со всеми драться будет. Это вообще просто жизнь какая-то будет. Заодно сейчас можно тогда утилизировать все. Так, хорошо, смотрим, что у нас имеется повторяющееся. Так, гипс-пушечка, дробовик. Алкоголь. Чай, в принципе, можно будет оставить. Ну, в принципе, наверное, получается и все.
Неплохо так. Но пока ничего создавать я не буду. Только улучшим... Тихо. Наш шокер. Давайте, во-первых, количество выстрелов. Во-вторых, дальность. Ну а в-третьих, мощность. Осталось, получается, только скорость зарядочки, но как только появится, мы с вами это сделаем. Тут пока тишина. Неужели кто-то есть там? Вон он, последний тайник. Что происходит? Давай. Все, отлично. На расстоянии они слабенькие. Что происходит? Может, какой-то фантом меня долбит, а я что-то не понимаю. Да нет, вроде тишь. О, серьезно? Фух. Слышь, друг, откуда он тут взялся? Серьезно? Очень важно для нас. Фух. Вот так, а кто там долбился? Ткач. Так, ладно. Все, нашли мы все. Все нашли. Замечательно, красавцы. Так, теперь идем сюда. Чем я могу помочь? Насколько я помню, куда-то либо сюда, либо... Ай-яй-яй, на второй этаж надо идти. Не, на второй этаж, оказывается, надо идти. А чё, я вас не собирал, что ли? Странно все. Ну ладно. Хорошо, второй этаж, второй этаж, пошли. Закончим со всем этим. Потом выйдем в открытый космос. Выполним там два задания. Ну и надеюсь, уже больше не появится дополнительных, серьезно, уже пора заканчивать с этой игрой, блин. Уже идти до финала. Так, ну вот здесь-то получается... А, опять гнезда, что ли? Да когда вы все успеваете появляться-то? Последний утилизирующий на вас. Когда он эти гнезда успел рассадить? Непонятно. Где он? Ты просто сидел, да? Красавчик. Что тут еще есть?
Ну это же оператор, правильно, дохлый? Странно. Ну да ладно. Да, это боевые операторы. Может быть, их здесь собирали. Проект Black Box. Так, это по поводу лучемета у нас с вами. Боеприпасики как раз для него. Ну, вроде бы все осмотрел, да? Внимательно так посмотрели, потому что, чтобы нам сюда уже больше не возвращаться. Вроде бы все отлично. Ну и прекрасно. Валим тогда. Так, ну там неисправные операторы, опять же, да? Понятно все. Зато, по крайней мере, с вас аптечки падают хорошие такие. Так, все. Здесь все осмотрели. Давайте тогда выходим в открытый космос. Дайте дорогу. А кто орет? Кому дать дорогу? А, так тут может у нас технический инженер. Вот точно. Почини мне костюмчик. Чай. Ваш костюм много износен. Я исправлю. Ремонт завершен. Тогда давайте. Получается, мы сейчас здесь с вами. А, вот здесь еще не был, точно. Да убери этот чемодан. Допустим. Чертеж оружейного набора. Это все у нас уже есть. Серия «Покорители звезд» это с вами уже читали. Ну, вроде получается все здесь. А, нет, вот еще. Ремонтный набор. Да. С вас что-нибудь можно взять? Можно. Отлично. Ой, еще двое. На полочке стоят. Прекрасно. Ладно, все, выходим. А, нет, не выходим. Мы сейчас идем с вами утилизировать все, что у нас есть. Лишнего вроде бы больше ничего, только вот этот можно будет утилизировать. Ах, мне тогда надо будет тогда создать утилизирующие гранаты. А то что-то как-то мне их вообще нет. Хоть парочку, потому что мало ли. Пригодятся еще. Ну и для шокера заряды. Ну да, как вариант. Посмотрим. Утилизирующие гранаты. Вот они. Две сделаю.
Хорошо, что я могу создать? М-заряд не нужен. Нульволновый оглушитель пока тоже не нужен. Все это имеется. Аптечку могу сделать. Да, давай, наверное, сделаем аптечку. Интересно, если я создам шокер, если я его переработаю, что в итоге я получу? Да, наверное, столько же и получу. Хорошо, так, сожрать. Укол кольнуть. Ну и прекрасно. Все, можем валить. Выполним тогда сейчас там два задания, а потом уже... Уже, наверное, пойдем по сюжетке, потому что у нас, в принципе, остается совсем чуть-чуть. Попытка бегства. А, охота за сокровищами у нас еще есть, да? Ну ладно, сейчас все сделаем там, потом вернемся в жилой отсек. Пониженная гравитация. Серьезно? Мне вот, блин, только еще их не хватало. Ну ладно, в принципе, пусть они избавятся от телепата. Так, все понял. Ну, кто желающий? Ладно, пока нормально. Они грохнули телепат. Вот вообще красавцы получаются. 500 метров. Где бы выйти в открытый космос? Пройдешь здесь? Красавчик. Такс. Ну и вперед тогда получается. А, так это шаттл. Да какой шаттл я взорвал? Непонятно. Это там столько трупов, что ли? Вот те раз. Так, все тихо, потихонечку, потихонечку. Давай искать, где тут должен быть вход. Вход-то по-любому должен быть. Да. Вопрос на миллион. А где вход-то? А, так вот, наверное, тут и вход-то есть. Ты вход? Ну, наверное, да, да? Да. Работаю в трюме. Дело вот в чем. Мы обкрадывали вас, сэр. Сначала по мелочи. Перевозили контрабанду, таблетки, пищу из опасного списка. Не знаю, может, вы слишком мало платите техникам, но... У Лили разгорелся аппетит. Она стала красть нейромоды, чертежи, продавать их конкурентам Транстар. В общем... Подумайте об этом, мистер Ю. У Касмы есть доступ к нашей интеллектуальной собственности. Лили поручила мне модифицировать старые сигнальные панели, превратить их в тайники. В некоторых все еще лежит имущество компании. Три удара разводным ключом, и они откроются.
В общем, я хотел сказать... Я не хотел, чтобы так получилось, но ситуация вышла из-под контроля. Но я хочу все исправить. Любым способом. Вот и все. Ну, это с моим выполнил задание. То есть можно было получить его и так, да? И таким способом, и таким способом. Так, это все обычные ящики. Чувак признался, что грабили. Перед смертью раскаялся, наверное. Это, в принципе, хорошо. Так, баллон мне не нужен. Приманка. Ну и вроде получается, я здесь все осмотрел. Можем выходить. Хорошо. Где тогда получается нам с вами выполнить это вот задание? Люк, да? Ну пошли к люку к этому. Аппаратная лаборатория. Посмотрим, что сможем сделать. Вот это вот что за выход? Куда вот он ведет? Отсек для шаттла, но он закрыт. С обратной стороны-то я его не открою. Тихо, подожди. Гнездо цистоидов. Два гнезда, да? Да ё-моё, взорвись ты, ну. Отлично. Хорошо, давай смотреть. Вот он, люк. Что мне с ним делать? Я пока не пойму, блин. Ну, нашел я люк. Дальше-то что? Может быть, их надо отстрелить? Потому что пока непонятно, что мне делать-то. Да нет, вообще по барабану. Тогда не понимаю, что надо сделать. Так, что по заданию-то в итоге? Взорвать люк спасательной капсулы в отсеке для шаттла. Он снаружи, станция, обшивка ТАС-1. Фрэнк и Эммануэла заперты в спасательной капсуле, которая не смогла стартовать. Внешний люк пусковой трубы застрял. Если я выберусь за пределы станции и взорву люк, капсулу можно будет запустить вручную. Взорвать люк. Ну вот он, люк. Ой-ой-ой. А получается, действительно, он таким макаром и взрывается, что ли? Хорошо, дальше что?
активирует запуск спасательной капсулы вручную, отсек для шаттлов. Ну, понятно, это, получается, нам будет возвращаться в отсек для шаттлов. Пробоина в грузовом отсеке. Давайте, наверное, вернемся через пробоину в грузовом отсеке. Мы тогда сможем с вами попасть в дендрарий. Оттуда пойдем в жилой отсек. Потому что, если честно, я не знаю, где находится. Последняя-то цифра. Но цифру зато я знаю. Системное оповещение. Сраная жестянка! Серьезно? Выруби его! Ушел! Кошмар появился! Не-не-не-не-не, подожди, чувачок. Кошмар появился, блин, ничего себе. Так, 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 аудиодневнички. Подожди, а где? Вот. Отпугнуть кошмар. Фух. Сраная жестянка! Значит, с ним снова придется драться, да? С кем? Не знаю, мать, с кем ты собираешься драться. Но я лично тут ни с кем не собираюсь драться. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Птичка, блин. Так, они там сами разберутся. Тут-то, по идее, должно быть спокойно. Туда нам не надо. Мы сейчас на лифтике поднимаемся сразу в отдел жизнеобеспечения. Ой, в отдел жизнеобеспечения, в дендрарий. И оттуда в жилой отсек. Что, опять кто-то есть, что ли? Никого тут не надо. Хватит уже. Хватило. Так, ты нормальный? Здравствуйте. Рад вас видеть. Ты нормальный. Это радует. Сломанная турель. Давай починим. У нас, в принципе, хватает запчастей.
Сколько здесь вас может быть, а? Здравствуйте, у вас назначен сеанс. Здорово, здорово. Тишина? Да нет, не тишина. А, так он там с кем-то будет драться. Это фантомы. Кто кого? Да фантом сдохнет походу. А я добью выжившего. Хорошо. Надеюсь, ты тут был один? Еще бы вспомнить, получается, в чьей каюте я этот видел компьютер с паролем. Но он нигде тут не прописан случайным образом. Так. 3, 5, 6 у нас есть. В принципе, один можно поставить в четырех местах, поэтому ничего страшного, взломаем. А, Абигейл Фой. Все, понятно. Абигейл Фой, где получается ее каюта? Ага, еще бы писалось бы, вообще было бы здорово. Абигейл Фой, хорошо. С какой стороны? Пойдем посмотрим с этой. Белами. Деврис. Во. Отлично. Так, файлы. Запись не туда, к сожалению. Функции. Так, какой у нас там был пароль? 3, 5, 6, да? Ну, давайте пробовать. 1, 3, 5, 6. Ошибка. Окей. 3, 1, 5... 6. Отлично. Арсенал искателя приключений. Что это такое? Фу, надо бы туда посмотреть. О, чувак. А ты откуда появился? Я вроде проверял, никого не было. Странно. Ну да ладно. Пойдемте проверять. А, у нас, по-моему, здесь нет фабрикатора. Да, мы здесь только можем утилизировать. Ну и ладно. Все равно нам с вами надо будет возвращаться. Я тебе покажусь, блин, противник на радаре. Иди сюда, мразота. Спасибо. Тогда я сейчас нам предлагаю быстренько смотаться к фабрикатору, создать то, что мы с вами получили. Что интересно такое? Назначен сеанс. Может, меня подлечишь? Диагностируем легкие ранения. С этим справится и портативная аппаратура. Спасибо. Создадим то, что получили, а потом уже в отсек шаттлов пойдем. Потому что, в принципе, получается, у нас уже только там задания остались. Все остальное мы с вами повыполняли. Наконец-то, надеюсь, больше уже ничего не появится. Мы там сейчас быстренько выполним последнее дополнительное задание. И все. И уже перейдем к сюжету. Сейчас только, получается, лишний хлам утилизируем. Ой, подожди. Что еще можем утилизировать? Ну, алкоголь, но он мало что дает. Ну, в принципе, и все. Больше ничего. А, не, подожди, я вижу эти. Ага. Прекрасно. Сколько чего получаем? Мало, конечно, мало.
арсенал искателя приключений. Чип, который создал Абигейл Фой в качестве награды для тех, кто участвовал в поисках сокровищ. А что он дает? Получается, я все равно не могу его создать. У меня не хватает, да? Ну, ладненько. Не можем, так не можем. Ладно, давайте, наверное, на сегодня мы закончим. За кадром я дойду до отсека шаттлами. И серию начнем уже оттуда. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.